Сейчас от тебя и мокрого места не останется. Опа, готов. Уничтожили мы его. Все, забираем ремкомплект. Хотя у меня здоровье стопроцентное. Опля. О. Первый, второй готов. Всем привет, друзья. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Так, взял я такого вот мамонта большого. Сейчас будем мамонтом крушить танки. Так, а где там у нас? Опа! Попадание. Отлично. Он достаточно такой неустойчивый танк, смотри. Он стреляет и может перевернуться. А ну-ка сейчас проверим. Ну, видишь, какой-то такой он неказистый, да? С одной стороны. Какой-то такой странный. О! Пропустили монетки. Нет, соберем, соберем. У меня монеток мало. Ох, нифига, сразу два танка перевернулось. На. Есть. Нифига. У него такая мощь, что он отскакивает. Смотри. Опа. Нифига. Отлетает прям. Вот это мощь какая. Так, циркулярочка. Держи, получай. На, готов. Нифига, отлетает танк. Зачем так сделали разработчики, что он прям... Ну, видимо, очень мощный выстрел у него. С одного удара уничтожает. А ну-ка. Проверим сейчас. На каком-нибудь среднем танке. Можем полностью уничтожить? А, ну это маленький, он, конечно, его уничтожит. Спокойно, нифига такой... Такой выстрел, да? Опа! На, мимо. По касательной его задел. Так, мне нужно будет вертолетчика уничтожить. Сейчас вот здесь станем. Опа, готов. Скоро будет босс. Так, тихо-тихо, вот еще один вертолетчик. Сейчас здесь станем. А, вон еще и танк едет. Блин, кого ж стрелять-то, а? Все, всех уничтожили. А, у нас тут гонец ада, босс, вертолетчик, да? Ладно. Сейчас здесь попробуем встать. А вот здесь нормально, в принципе. Давай. Опа! Нет, с одного удара я его не вынес. Сейчас еще раз стрельнем. Опа, готов. Все. Уничтожили. Хорошо. Давай поиграем в атаку Марса. И возьмем, наверное, какой-нибудь жнеца. Давай возьмем, мы его улучшим сразу. О, поехали на жнеце. Сразу я возьму защиту. Вот так вот. О, слышу, слышу, летят уже. Чудо-бреки. О, вас двое сразу решило прилететь. О, слышу, слышу, летит. О, есть. Два танка. Ребята, я буду называть летающие тарелки танками. Потому что я мне так уже привычней. Так что вы мне это самое. Не удивляйтесь, если я называю летающую тарелку танком. Так, сейчас мы этого уничтожим. Есть. Вот, летит, летит. Ну, неплохо, неплохо начали. Так, летят опять. Жухи, 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 жухи. Не, долго что-то вылетели. А, смотри, лазером стал мочить меня. Нет, это вообще нормально. История. На, готово. Едет босс. Легион. Ну, давай. Поехали. Сейчас от тебя и мокрого места не останется. Опа, готов. Уничтожили мы его. Все, забираем ремкомплект. Хотя у меня здоровье стопроцентное. Опля. О. Первый, второй готов. Отличненько. Кстати, мы на жнеце. Полностью, да, купили раскраски.
Блин. Давай еще защиту поставим. Он мне уничтожил всю защиту. Гаденыш. Да вы мимы. А, почти что 1200 монет. Опачки, опачки. Кого-то я слышу. Где-то, где-то. Во, летит, летит, летит. На. Все, уничтожили. Еще летят. Ну, ждем. Во. Раз. Два. Три. Три летающих танка было. Так, монетки забрали. О! Тихо, 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 тихо. Танк, танк. Смотри, начал лазером сразу меня мочить. Еще. Ох, нифига, сколько вас много. Серьезно. Бедная моя защита, она полупрозрачная стала. Ее почти что не видно. О, все. Сняли с меня защиту. К сожалению. У меня еще, кстати, Тесла есть. А вот Теслу раскручивать. Потихонечку. Ох-ох-ох-ох-ох. Один, второй, третий. Так, ребята, а вы тут что стоите? Ё-моё. Вот это этот мне нравится. Который стреляет в меня. На, умри, гад. Вот и босс. Следующий босс — армада. Великий танк. Великий вражеский танк, который мы сейчас будем уничтожать. Так, все, пошли на уничтожение. Армада, до свидос. Забираем ремкомплект. Thank you very much. И делаем защиту. О, защита установлена. Так, теперь вот этих надо мочить. Ёлки-палки, так, защита пробита. Так, снимаемся отсюда. Ну, ё-моё, что ты переворачиваешься? Давай здесь постоим. Здесь хорошее место для обороны. Для обороны. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Еще один, вижу-вижу. Так, красненький видит. Офигеть, куда все здоровье-то делось, ёлки-палки. Там еще вонючие танки стоят, которые стреляют. Во-во-во-во-во-во, тыщ, тыщ, тыщ. На, давай, проезжай, проезжай его, проезжай, пожалуйста. Ну что ты встал? Идиот. Давайте рекламу посмотрим. Так, ну что ж, посмотрели рекламку мы и возродились. Хорошо. Сейчас будем продолжать бой. А, ну смотри, летят уже, да? О, я слышу. Слышу, уже летит. Раз. Два. О, нет. Этот стрелок вонючий. Надо на куда-нибудь его на ровную поверхность сюда как-то выманить. Вот, отлично. Все, на, получай. Все, уничтожили. На ровной поверхности здесь легче, конечно же, в него стрелять. О, сколько вот этих танков, смотри, летает. На тебе. Вообще окружили демоны. Демоны меня окружают, ребята. Очень много летающих танков, смотри. Здоровье уже маленькое. Ну ладно. О, летающий, слышу. Есть. Так, вот этого давай, быстренько. Все уничтожили, теперь надо таких наземных танков. Нет, еще один летающий. Ах, какие они кровожадные, смотри. Какие кровожадные танки. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Нет, сейчас меня уничтожат. Ё-моё. Все, нет, нормально, справились. С танками. Так, вторая волна пошла. Ага, маленькая какая-то волна. Почти что 1500 монет у меня. Во-во-во, летят, летят, летят. На-на-на-на-на-на-на. Нет, смотри, они, сколько их тут много-то было. А, к сожалению, возродиться не могу. 450 монет заработали. Хорош, хорош. Эх, а сколько здесь стоит
Улучшение жнеца. Сейчас мы это купим, ребятушки. Вот, хорошо уже стало.